Всем салют, ребятушки, и сегодня мы будем продолжать проходить игру Final Fantasy. Ну что ж, мы с вами осветили, вернее, восстановили свет кристалла воды, мы сплавали с вами в подводный храм, спасли русалочек, и теперь, после того, как мы получили там камень Розетты, мы сможем вернуться в город Мелман к одному ученому по имени Ун. Ведь именно он сможет с помощью этого предмета, камня Розетты, рассказать нам что-то о языке Луфиньян. Но прежде чем мы отправимся туда, давайте мы сейчас продадим парочку вещичек. Это легкий топор и кожаная шапка. Ну, заодно мы еще с вами должны сейчас забежать в гостиницу, дабы передохнуть после тяжелого странствия под водой. Ведь впереди нас ждет тоже много разных опасностей, и поэтому нашим героям нужно обязательно отдохнуть. Итак, отдых стоит 300 гилей, без проблем платим и, значит, отдыхаем. И вообще, где ваш мэр города? Потому что мы спасаем мир, спасаем землю от всяких напастей, от всяких демонов. Почему вы с нас берете деньги за то, что мы здесь отдыхаем? Мы же ведь для вас стараемся, ё-моё. Везде одни барыги прям кругом. Так, ладно, хорошо. Выходим и садимся на воздушный корабль, чтобы слетать в город Мелмонт. Где наш воздушный корабль? Воздушный корабль у нас должен где-то быть припаркован здесь. Уже, я думаю, пора бы сделать воздушный порт около городов. Потому что ведь приходится очень далеко бегать до нашего корабля. До города. Вы согласны со мной? Так. Ладно, где у нас находится город Мелмонт? А он находится чуть южнее. Сейчас, наверное, ученый обрадуется, полезет целоваться, обниматься. Он же так давно искал этот камень Розетты. Так, ладно. Заходим. Он у нас где-то должен быть в северной части города. Где-то вот здесь, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да, вот волосатый этот человек. Давайте с ним поговорим. Один момент. Дайте мне посмотреть на эту таблетку. Какая таблетка? Ты о чем, друг? Это же камень. Камень Розетты, ты чё? Это камень Розетты. Это позволит узнать язык Луфиньян. Да, конечно. Так и есть. Все это имеет смысл. В знак благодарности позвольте мне обучить вас луфиньянскому языку. Вот, теперь вы сможете общаться с луфиньянами тоже. Хорошо, смотрите-ка, нам действительно ученый помог, и теперь мы с вами можем вернуться в город Крыло Орла, если вы помните. Мы туда уже летали, там были жители в белых халатах, волосатые такие. Вот, это и есть город Люфения на самом-то деле. И сейчас мы можем со спокойной душой туда возвращаться, чтобы пообщаться с местным народом, узнать, какие у них проблемы и почему у них язык отличается от других. Сейчас мы это все узнаем. Так, осталось немножко слетать на северо-восток. Этот город должен находиться где-то вот здесь. Да, вот и город, но, как всегда, сесть здесь негде. Поэтому опять нас ждет прогулка пешком. Сесть можно вот здесь. Кроме того, здесь еще есть один монстр, которого я сейчас вам хочу показать. Он должен быть где-то здесь. Я сейчас поищу его. Ну, как только я его найду, я сразу к вам вернусь и продолжим. А, вот, в принципе, уже и он. Долго искать не пришлось. Это просто Баретта. Мы уже встречали с вами Баретту, правда, пустынную. Ну, конечно же, в пустыне. Но, тем не менее, это будет полезно для нас, потому что мы с вами пополняем бестиарий. Так, ну что ж, теперь пешочком направляемся к городу Луфения. В принципе, он здесь не так далеко, поэтому сейчас быстренько добежим. Я даже вырезать не буду. Так, где-то он должен быть уже здесь. Мы на подходе к этому городу. Довольно далеко. Мы, луфиньяне, потомки расы, которая когда-то жила в облаках. Небесный народ.
Вы использовали судно, которое вы называете дирижабль. Он был построен одним из наших предков, человеком по имени Сид. Кстати, на самом деле, человек по имени Сид будет встречаться нам на протяжении всей серии игр Final Fantasy. Он никак не связан между... Все части никак не связаны, не связаны между собой сюжетом, но общие черты у них есть. Такие, например, вещи, как питомец Чокобо. Ну, в этой части, правда, мы его не встретим. Также есть житель Сид, который будет встречаться на протяжении всей серии. И этот человек, он ученый, инженер, технолог, он будет постоянно работать над воздушными кораблями, создавать их, разрушать там, ну и так далее. Ну, сейчас не об этом, сейчас у нас немножко другие планы, но это я к вам так, к сведению, как примечание, просто рассказал. Ладно, дальше. У нас есть легенда, которая передавалась много поколений. Согласно этой легенде, 400 лет назад, после падения небесной цивилизации, придут 4 воина света, чтобы спасти наш народ. Ну, как-то, по-моему, так, да, перевел я, или неправильно? Да, вроде так. Ладно. Несущий свет. Легенда правдива. Конечно, правдива. Че это мы? Неправдиво, что ли? И вообще, почему мы легенда? Чему мы нас так это возвысили? Мы обычные люди. Давайте завязывайте народ. Легенды нас называть. Мы еще живы, мы не умерли пока. Так, ладно. Следующий луфинянин нам что говорит? 400 лет назад мы создали цивилизацию высшего порядка. Мы достигли даже неба, но в настоящее время это ничего, кроме истории. Так, значит, это верховная раса какая-то получается, да? Так, этот мир состоит из 4 сил. Огня, земли, воды и ветра. Из них мы использовали силу ветра. Высоко в небе мы установили парящий замок посреди лазурного моря звезд. Небесный народ передают свои воспоминания от одного поколения к другому через ритуалы. Но 400 лет очень долгое время, и эти воспоминания начали исчезать. Конечно, 400 лет, это 4 века ведь, как-никак. Летающая крепость парит над синим морем звезд за пределами неба. Так, и кто-то еще тут у нас есть. Вот с этим вроде еще не разговаривали. Может, механические существа, созданные нашими предками, еще функционируют? Да, друг мой, мы встречали одно такое существо, которое, кстати, упало в пещеру за водопадом, мы там уже были. И он, кстати, у вас сломался, так что зовите вашего Сида, пускай чинит. Нафиг. О, тут еще стоит. Смотрите, куда он пошел. Замок, который парит высоко над облаками, был когда-то домом наших предков. Башня Мираж — это ворота в этот замок. Ага, помните башню Мираж, которая находится рядом с городом Гая в пустыне? Туда, куда мы не могли пока попасть. Ну и не можем пока сейчас, в принципе, этого сделать. Так, ладно. Последняя наша надежда была в 5 войнах, которых мы отправили. Куда вы отправили? Говорят, они стали жертвой проклятия демонов и были превращены в летучих мышей. Так, это уже интересно. Мы думаем, что 4 демонами кто-то управляет. Чтобы найти его, мы послали 5 воинов, но прошло уже много времени, и мы ничего не слышали о них. Я надеюсь, что они в порядке. А как давно вы их послали-то, друзья? Так, это мы уже видели, с ним разговаривали. Мы боролись не на жизнь, а на смерть с Тиаматом, демоном ветра.
но нашей силы было недостаточно. На сегодняшний день его логовом является замок в небе, летающая крепость. Так, еще, по-моему, один. Да. Тиамат блокирует силу ветра, источник силы небесного народа. Так, хорошо. Прежде чем вы уйдете, легендарные войны, примите и возьмите с собой этот колокольчик. Он позволит вам пройти в башню Мираж. Итак, мы получили с вами, друзья, квестовый предмет. Давайте посмотрим в инвентаре. Колокольчик. Приятный колокол луфинянского происхождения. Хорошо. Кроме того, в этом городе еще есть кое-что. Одно место, которое мы с вами не посетили. Сейчас мы туда сходим. Если вот здесь пройти, где гуляет вот этот вот житель, мы найдем магазинчик магии. И здесь продают магию 8 уровня, самые мощные заклинания, самые сильные в игре. Для белого волшебника это заклинание называется «Полная жизнь», которая поднимает павшего воина и восстанавливает полностью здоровье. Смело покупаем, несмотря на то, что это стоит 40 тысяч, потому что это очень полезное заклинание. А для черного волшебника нам предлагают заклинание «Вспышки», «Взрыв света и тепла по всем врагам». Тоже без раздумьев покупаем. Это заклинание. Отлично. Итак, можно теперь, в принципе, можно из разговора понять, что эта небесная раса некогда жила, значит, в летающем замке в каком-то, который расположен, судя по всему, в космосе. Но 400 лет назад демон ветра появился, Тиамат, их выгнал их из этого замка, с их родного дома. Они отправили 5 воинов, которые должны были повергнуть этого Тиамата, но они так и не вернулись и говорят, что они были прокляты и их превратили в 5 летучих мышей. И поэтому, друзья, нам с вами ничего не остается, кроме как пойти в тот летающий замок, пройти через башню Мираж и замочить этого Тиамата. Вот. А для того, чтобы нам попасть в башню, мы будем с вами использовать колокольчик. Но для начала предлагаю сейчас сходить в город Гая, чтобы отдохнуть перед длинным путешествием. Воздушный замок. Возвращаемся на наш корабль. Кстати, нашел предмет у врагов только что. Великий топор. Его, наверное, можно будет продать. Так, а именно Гая, тот город, который подходит для отдыха лучше всего, потому что он расположен. Мы в нем и остановимся для того, чтобы набраться сил перед тяжелым путешествием. Мы туда войдем, я для вас приготовил сюрприз. Здесь есть очень редкий враг в игре, и поэтому я сейчас хочу его найти. Да, придется прилично здесь посражаться, прежде чем его найдем. Но тем не менее мы сможем хоть немножко прокачаться еще, поднакопить деньжат, мало ли пригодятся. Вот, а потом, собственно, после того, как я его найду, вам покажу, мы двинемся путь в башню. Ну что ж, поехали. Ну а вот, собственно, и тот самый сюрприз, который я хотел вам показать. Вы, в принципе, сами видели, сколько мне пришлось потратить времени, чтобы его разыскать. Но бывает так, что он может попасться из первого раза, этот тираннозавр. Вот. Ну, если хотите пополнить бестиарий этим противником, ищите его в этой пустыне. Сам по себе враг довольно легкий, с пару ударов убивается, но если он попадет, тоже будет очень больно. Так, хорошо. Мне теперь перед началом нашего приключения придется в любом случае возвращаться в Гаю. В Гаю, чтобы передохнуть. Ну что ж, пока я его искал, у нас поднялись у некоторых персонажей уровни 46 и 45. Вот довольно неплохо вот так мы прокачались. Ну что ж, и по традиции, перед тем, как пойти в подземелье, я хочу закончить серию, чтобы не делать ее слишком длинной. И уже в следующей серии мы будем с вами искать дорогу к воздушному замку. Ну что ж, на этом все. Ссылка на плейлист под видео в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. С вами был Денис. Всем пока!